48 детских садов и 5 школ частично приостановили свою деятельность на прошлой неделе. В основном это связано с заболеваемостью РВИ. Речи о полном прекращении работы учреждений не идет, рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. На больничном находится 749 работников. По РВИ и другим заболеваниям это 744, ковид 5. Всего за минувшую неделю было зарегистрировано почти 20 тысяч случаев заболевания РВИ. Случаев гриппа врачи не выявили. Сейчас продолжается массовая вакцинация населения от гриппа. На территорию поступило 1 380 000 доз, привито уже 782 000 жителей Новосибирской области, продолжаем массовую вакцинацию. Также продолжается массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 1 842 662 человека, завершенный курс вакцинации 1 698 000. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом в регионе падает уже 5-ю неделю подряд. Тем не менее, показатели все еще достаточно высокие. Так, за минувшие сутки COVID-19 заболели 192 человека. Всего же в Новосибирской области за все время пандемии коронавирус диагностировали более чем у 300 000 человек.